2-6. Эхо на третьем этаже. Жду встречи. Основная точка входа свободна, но это явно ненадолго. Понял. Сажусь через 3 минуты. Конец связи. 3 минуты. Через 3 минуты мои люди будут внутри. Они вас всех убьют. Я решил взять тебя живым, но я могу и передумать. Вы не того взяли. Врешь! Расскажи им, что сделал. Не мы украли газ. А кто? Очень опасный человек. И где он? Если бы я знал. Мясник снаружи. Они сожгут город, если нужно. Спасайся, дочка. Пойдем к нам. Не говори с ней. Эй, давай полегче там. Я ведь тебе не дочь, старик. Я веду солдат. Ты учишь убийц. Мы все здесь убийцы. Нет? Они прорвались. Уходим быстро! 3-1, я 2-6. Стрельба. Защищаю объект. Сообщу. Готов. Меняйте позицию, готовьтесь к эвакуации. 30 секунд. Понял. 30 секунд. Перед воротом движется большая группа неизвестных. Там внизу Алькатала. Они прорвали периметр. Сажай на крышу. Понял. Нужно быстро добраться до этого. На них там толпа валит. Расстрели разведного калибра. РПГ! Мощный смеш. Держи общий шаг. Я в норме. Эхо 3-1, эвакуация провалена. Упали на крышу. Понял. Что теперь, капитан? В подвале есть убежище. Иди туда, мы за тобой. Понял. Выходим. Нужно добраться до убежища раньше Алькатала. А гражданский, сэр? Алькатале нужен волк. И нам тоже. Отлично, вы здесь. Через 5 минут они все закончат. Как я могу помочь? Найдите оружие. Заблокируйте дверь. Вы же отряд для эвакуации. Мы не к вам. Вы откройте дверь. Запрете. Я Эхо 3-1. Волк под охраной в подвальном убежище. Внимание, мясник снаружи. Желтая рубашка. Я его вижу. Они прорываются внутрь. Нужна новая точка эвакуации. Понял. Сэр, надо их атаковать. Отставить. Будут по эту сторону стекла, доберутся до волка раньше нас. Все ясно? Да, сэр. Отлично. Веди. Ты, открой быстро. Все назад. Нам нужен только волк! Можно обойтись без смертей! Где ключ-карта? У меня! А ты, капитан? Что, дашь им умереть? Папа, папа! Пить! Да, спаси ему жизнь, сержант! Пошли, сержант! Отдай волка! Милосердие, сладость! Подгоните машину! Эй, мы его найдем! Будь уверен. 3-1, противник на подходе. Как эвакуация? Здание заблокировано. Отсюда не
Рита! Идем в подвал, Кайл, веди. Заперто! Я открою. Один, мы в подвале. Понял. Предупреждаю, рядом с убежищем враги. Мы займемся. Пусть они узнают, что мы здесь, сержант. 3-1, мы здесь. Фара, все воюешь за правду? Да, капитан. Посол еще внутри, он в ловушке. Следи за ним, может, он нас выведет. Хадир, спасибо. Рад видеть, сэр. Амар Сулейман. Вы встречались? Тогда ты был на нашей стороне. Волк сражался за свободу? Как и сейчас, брат. Капитан, люди мясника приближаются к послу. Кайл, за камеры. Выведи посла в безопасное место. Задние двери откроем его ключ-картой, остальные за мной. Господин посол, слышите меня? Я сопру дверь. Стойте, прячься! Посол! Кернащите! Стойте! Стойте! Черт! Капитан, посол убит, но я могу вывести оттуда его помощника. Давай! Алло! Алло, вы меня слышите? Алло? Я сержант Кайл Геррик. Стейси Дэвидсон. Делайте, что я скажу, и мы сможем вас вывести. Возьмите ключ-карту посла и идите к двери. Все, ключ-карта у меня. Направо, в конце коридора есть тележка. Боже мой, боже мой! Вот он, сраный мясник. Я не знаю! Не ври мне! Волк здесь! Сержант, вы здесь? Говори, где он? Я просто аналитик! Кто-то другой знает! У меня нет кого-то другого! У меня есть... У книжных полок есть тележка. Быстрей! Ты явился тут, в мою страну! Это не твоя страна! Нет, не спрячьтесь надо. У трупа. Пожалуйста. Ты хочешь, чтобы я явился в твою страну и захватил твоих земляков? Нет, но я не могу вам помочь. Что такое? Тем хуже для тебя. По ту сторону стола, марш. Хорошо. Они его убивают. Идите к коридору, вперед. За угол. Кубикл, ну! Боже мой, Адам! Нет, нет! Адам! Стейси, возьмите телефон! Стейси! Надо тебя вывести! Черт возьми, Стейси, оставьте его! Прости, Адам! Стейси, не кричите! Не двигайтесь! Я хочу домой! Я тоже. Мы вас выведем, Стейси. Уже скоро. Он ушел. Идите в кубикл. В следующий кубикл. Пошли. Алло? В другой кубикл. Вперед! Прячьтесь у большого принтера. Иду. Выход блокирует охранник. Вам придется его отвлечь. Что нужно делать?
Теперь включите его. К Шреддеру быстрей! Вон к той тележке. К выходу, бегите! Охренеть! Выводи! Сержант, она у нас. Встречаемся на парковке. Вас понял, босс. Внимание всем! Посольство потеряно! Морпехи готовят точку сбора в резиденции посла. Говорит капитан Прайс, САС. Мы пробиваемся к вам. Вас понял, капитан. Мои морпехи за вами присмотрят. Уходим. Понял. Хадир, следи за Суламаном. Капитан. Каков план? Встретимся с морпехами у южного комплекса. Где комплекс? Недалеко. Через переулок за улицей. Идем туда. Давай, Гарик, открывай. Вот. Спасибо, сержант, вы мне жизнь спасли. Ключ-карта может спасти всех нас. Приготовиться. Ожидайте столкновения. Они здесь. Посреди улицы! За движение. Вперед! Здесь опасно! Нас закирун! Нас закирун! Эми, ты зарубишь! Нас заметили. Сменить позицию! Быстро! Комплекс вон там! Эрик, используй ключ-карту! Впусти нас! Это Браво-6 и САС! Мы снаружи! Не думал, что вы целы. Нам нужна безопасная комната для пленника. Есть, сэр. В жилом здании есть комната. Идемте. Вот, подойдет. Охраняйте как следует. Мы вернемся за ним. Я здесь не останусь. Но мы еще встретимся, брат. Хранитель, я 06. Нужна поддержка с воздуха. Нет, 06. Мы не можем рисковать еще одним бортом. Кейт, дайте хоть что-нибудь. Мы тут будем воевать со всем городом. Рядом есть один дрон, но ему нужна дозаправка. Надолго дать не смогу. Хотя бы его! Конец связи. Алекс, Хадир, на север. Прикройте ту крышу. Кайл, Фара, вы со мной. Есть, капитан. Понял. Капитан, если что, морпехи прикрывают здание. Там ничего, сэр. Они вернутся. Они придут с другой стороны. Откуда ты знаешь? Я бы так и сделала. Она права. На другую сторону крыши. Быстро. Укрепляйтесь. Наблюдайте за полем. Так, впереди кафе. Там взрослые мужчины. Без оружия. Следите. Еще двое. Фара? Это гонцы. Смотрят в нашу сторону. Это плохо. Отслеживать. Работаем. Что-то их спугнуло. Справа. Еще двое. Они сваливают. Что-то не так. Эй. У нас еще неизвестные. Дальний край поля. Проверяют. Боевики. Они ищут нас. Они идут на нас. Черт, потерял. Алекс? Все тихо. Так, вижу движение. В центре поля на 11 часов. Где? Нет, это просто ветер. Не стрелять. А
Они следят за нами, капитан. Не уймешься, я тебя туда отправлю. Так точно, сэр. Они по лампам бьют. Можно атаковать. Что атаковать? Тихо. Следите за травой. Запусти ракету. Мы их на свету перестреляем. Осветительные ракеты. Посвети нам, Кайл. Берегись! Движение. Задний край поля. Атаковать! Атаковать! Последний, капитан. Ура! Фратрик, там целое поле. Рано радоваться. Они еще придут. Сколько боезапаса? Мало уже. Примерно половина. Почти кончился. Целься тщательно. Бей без промаха. Две машины на юге. Дальний край поля. Понял. Сваливают, наверное. Они меняют позицию. Thank you.
Внимание всем! Поле движения нет, не стрелять! Пополните боезапас в северном здании. Мы будем караулить. Понял. Сержант, пополним боезапас. Кайл, за мной, вооружайтесь. Открывайте! Не высовывайтесь, из здания не выходите. Пополни запасы ко мне. Понял. Браво 6, я Ягуар 4-1. Готов для поддержки с воздуха. Понял, 4-1. Ждите целей. Птички там на подходе. Один дрон, топлива мало. Понял, командир. Быстрее. Тут на станции дрон. Сержант, пометь цели. Надо забирать волка и уходить с точки. Отставить. Мы защитим эту позицию и пойдем воевать дальше. Бросить наживку? Если придется. Справа, строй! Понял! Иду! Крыша! Скорей! Молодец, пара! Вперед! Обереги! Значит! 06, Ягуар 4-1 на 2, задание... Надолго. С востока! Неизвестная машина прямо за полем. Гражданская? Или заминированная? Она едет к нам! Там оружие есть? Не вижу. Едут дальше. Все нормально. Ноль шесть. Я Ягуар 4-1. На вас с востока идет вражеская техника и пехота. Как поняли? Вижу цель! Пометил новую цель! Ракета пошла! Хороший выстрел, Гэрик! Пометил новую цель! На дороге! Зашибись, Кайл! В конце улицы! Понял. Уничтожить. Браво. Ягуар, бой готов. Отметьте цель. Он убил. Точно идем. Стреляйте. Цель поражена. Вас понял. Ракета пошла. Хороший выстрел, Гэри. Враг у машины. Шевелись, шевелись. Ракета пошла. Стреляй. Подтверждаю контакт. Я перезаряжаю. Они внутри периметра. Они вылезли наружу. Вижу цель. У ящиков. Пометь их зеленым лучом. Цель помечена. Мимо. Вижу цель. Пометил новую цель. Цели! Ох, давай еще раз. Ракета пошла. Мимо! Понял, довожу. Ох, давай еще раз. Вижу врага на юге. Не, никого не вижу. Он раскрылся. Пометь цели. У ящиков! Вижу цель. Есть один, с юга! Ага, вижу их!
Сержант, враги раскрылись! Лучом. Вижу цель! Цель помечена! Нет попадания! Вижу цель! Вас понял, ракета пошла! Цель не поражена! Ракета пошла! Нет попадания! Там один ящик! 2-6, Ягуар снова в районе операции. Отметьте цели! Я Ягуар 4-1. Топливо на нуле. Выхожу из зоны боевых действий. Вас понял, 4-1. Спасибо за помощь. Что это значит? У него закончилось топливо. Мы опять сами по себе. Да, нет. Смотрите этих гадов Hellfire. Союзнику близ. Верное здание. У здания. Цель на севере! Шесть, мы у здания. Захожу внутрь. Понял. Мы не будем стрелять. Не остынь. Внимание всем! Я Браво 2-6. Мы уничтожены. Здание чисто. Собираемся у комплекса. Сестра, там еще бойцы. Поле! Отходите к жилому зданию. Они внутри, капитан. Пока прорвалось жилое здание.
По нам бьют из жилого здания! Они сюда, Волка! Быстро сюда! Защищайте Волка! Отряд взрыва просто в жилое здание! Кайл, иди с Волком в убежище! Жилое здание! Уходите оттуда, скорей! Вирзрилу, помогите! Чисто! Все чисто? Его нет. Пробили стену. Твою мать. Он у них, капитан. Мы его найдем. Хадир, выводи отряд на перекрестке. Бери все, что есть. Да, сестра. Какой план, Фара?